Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в Музее военно-морской славы нижегородцев в школе номер 44. Наш музей был открыт в апреле 2015 года. На 14 стендах нашего музея размещено более 300 экспонатов. За год была проделана большая работа. Нами оформлены акты передачи предметов на постоянное хранение в двух экземплярах. Акты составлены согласно всем музейным требованиям. Здесь представлено более 300. Нами оформлена книга поступления предметов на постоянное хранение. Заведены инвентарные карточки, также они пронумерованы. Все предметы, которые поступили нам на хранение, отмечены в этих карточках. В нашем музее заведена книга массовой работы с учащимся, где отмечены все мероприятия, которые проводились в течение учебного года в нашем музее. В нашем музее проведена была большая работа, который получил высокую оценку городской администрации и Дворца детского творчества имени Чкалова. Музей занял первое место среди музеев, которые находятся в стадии сертификации на городском конкурсе. Нашу работу высоко оценили наши почетные гости, которые оставили отзывы в книге отзывов Музея военно-морской славы нижегородцев.